Новость нашего регионального корреспондента. Церковь Исход города Екатеринбурга провела акцию доброты. На мероприятие были приглашены активные члены общества ветеранов МВД. Его участниками являются около 500 бабушек, в основном одиноких. Добровольцы вручили им новую обувь. Ветераны с радостью приняли подарки. Стоит отметить, что торговая компания, передавшая обувь на благотворительность, решила остаться неизвестной.